Магнитогорск – один из крупнейших мировых центров черной металлургии. Спортом номер один в городе принято считать хоккей. Первую магнитогорскую хоккейную команду в 1949 году основали студенты техникума физкультуры. Уже через год появилось еще несколько команд, в том числе и «Металлург», ставший впоследствии многократным победителем чемпионатов России и Европы, одним из сильнейших в современной России. Майк Кинен – один из самых известных и авторитетных тренеров в истории хоккея. В его активе работа в командах НХЛ Philadelphia Flyers, Chicago Blackhawks, St. Louis Blues, Vancouver Canucks, Boston Bruins, Florida Panthers, Calgary Flames и New York Rangers, с которым он в 1994 году выиграл Кубок Стэнли. Помимо тренерской карьеры, сделал карьеру телевизионную. Майк Кинен работал спортивным аналитиком на NBC и MCG Network. За свой суровый нрав Кинен получил прозвище «Железный Майк». Наш день с Киненом начался с самого раннего утра. Вместе со своим помощником Майком Пеллино он за час до начала первой тренировки выехал с базы магнитогорского «Металлурга». Кинен сразу продемонстрировал знания русского языка. Good morning, Mike. Good morning, Maria. How are you? No, доброе утро. Доброе утро, yeah. Come on. Yeah. Майк, как ваше утро? Отличное утро. Погода, правда, могла бы быть лучше. Не знаю, как остальные себя чувствуют. Пару недель дождя – это не очень весело для всех. Думаю, лето могло бы быть и лучше. Я думаю, здесь красивая природа около базы. Да, это хорошее место для жизни. Я думаю, мистер Рашников обеспечил отличное место проживания. Как проходят ваши предсезонные тренировки? Это ведь ваш первый опыт работы в России. Все проходит хорошо. Мы провели отличное время на сборах в Германии. И я думаю, для игроков было бы хорошо взять некую паузу, потому что это очень длинный сезон. Полный тренировок. У нас уже было 23 тренировки. Это не как в НХЛ. Там за пару месяцев проходит 23 тренировки. Для игроков было бы полезно уехать подальше. Там были совершенно другие правила подготовки. Мы играли на данный момент 3 предсезонные игры. В этом тоже есть различия с НХЛ. Там на предсезонных сборах одна игра, одна тренировка. А тут 23 тренировки и 3 игры. Как вы думаете, удобны ли ваши методы тренировок для российских игроков? Вы ведь столько лет отработали в НХЛ. Это опыт, который повлияет только положительно. Это другие уровни подготовки. Я за то, чтобы не только тренироваться, но и учить. Приятно видеть, что игроки становятся лучше в своей подготовке. И это возможность быть более готовыми к сезону, к играм, когда приезжаешь из тренировочного лагеря. В 1994 году вы выиграли Кубок Стэнли. Что для вас значит Кубок Гагарина как трофей? Вот почему я сюда приехал. Мне не интересно ничего другого, кроме как выиграть этот трофей. Это еще один опыт в моей тренерской карьере. Выиграть еще один кубок. Неважно, как этот трофей называется. Здесь чемпионат очень высокого уровня. Это интересный вызов для меня, который дает новые возможности. Это новая цель. Можно у вас узнать, понравилась ли вам русская кухня? Отлично. Я не нашел особых отличий для себя. Хорошее меню, хорошая еда. Все для игроков. Я знаю, что их кормят на арене. И там отличное меню. Правда, я не могу попробовать много всего сразу. Но здесь мне все нравится. Это, кстати, проблема, что я не могу себе позволить все, что угодно.
So, by the way, we haven't there. Но у нас здесь нет кленового сиропа, извините. Wow. Зато у нас есть много меда. Это известная канадская традиция, я знаю. Но у вас тоже есть русские традиции, поэтому и еда вкусная здесь. Дистанцируясь от хоккейной темы, Маккинен по дороге на тренировку раскрыл секрет своей диеты. Это совершенно просто. Надо есть много фруктов и овощей. Стараться самому управлять своей диетой. Не надо есть сахар, конфеты. В Европе много едят конфеты, тортов. Получается, вы не едите торты. А как же день рождения? День рождения? Не знаю, не думал об этом. Может быть, я ел когда-то торты. Когда был молодым, лет 40 назад. Окей, remember everybody. Вообще не есть торты? Да, вообще не есть торт. Заходи. Здрасте. Доктор. Доброе утро. Какие слова вы знаете на русском? Pardon me? What words? I don't know much. Я не знаю много, совсем чуть-чуть. Доброе утро. Да, точно. It's your dress room, yeah? Это ваша тренерская, да? Да, это наш тренерский офис. Доброе. Это секретная комната? Нет, это всего лишь тренерская. But you know, some our coaches, Знаете, для некоторых тренеров в России эта комната закрыта от остальных. Я не знаю, почему. Нет, здесь нет секретов. Really? Во сколько вы выходите на лед? Мы пойдем около 10. What? 10 o'clock. В этот день магнитогорскому металлургу предстояла товарищеская встреча с Акбарсом, поэтому тренировка была не очень интенсивной, но эмоциональной. Сейчас непосредственно перед игрой мы поговорим с Майком о том, как он настраивает ребят перед сложной встречей с Акбарсом. So, Mike, Майк, мы снова с вами. What did you say in dress room? Что вы сейчас сказали хоккеистам в раздевалке? Сказал, что мы не должны терять очки, не должны нервничать. Мы подвели итоги прошлых товарищеских встреч. Обсудили некоторые аспекты в защите. Говорили о системе и о манере игры. Как мы хотим играть. Я рассказал детали нашей системы. Думаю, мы учли все ошибки и тем самым улучшили свою игру. Есть некоторые вещи, которые мы должны делать немного по-другому. Я объяснил все это для того, чтобы мы сегодня победили. Вы давали какие-то советы игрокам по поводу психологии? Да, еще сегодня с утра, часов в 11. Я говорил им о том, какое должно быть сознание у профессионала, что необходимо. Привел несколько примеров, таких как Уэйн Грецки, многих великих игроков. Рассказал, как они готовились к играм. Я хотел получить обратную связь от ребят, понять, что им надо, чего не хватает. Есть очень много великих российских игроков с невероятными способностями. Те, которые добились высот в НХЛ. И чтобы стать звездой в КХЛ, надо иметь не меньше способностей. Давай! Давай! Пошел! Сейчас! Сейчас! Ушли! Ушли! Смена! Пошли! 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 Ушли! Ушли! Ловите момент, парни! Пошли! Больше энергии.
Когда он должен был пойти на скамейку, он был там. Устал, пошел на скамейку. У нас был шанс забросить шайбу. Это была хорошая игра. По факту мы нашли путь к победе. После двух заброшенных шайб мы немного устали, сбавили, начали возвращаться в свою зону, но при этом не нарушили свою систему игры. Команда понимала, как себя надо вести, чтобы выиграть. Что вы скажете о вратаре? Он очень молодой. Да, он молод, и я уверен, что он немного волновался на игре. Но он отразил несколько очень опасных бросков, нашел себя в этой игре и выиграл. Это самая важная вещь. Он реагировал на все, и именно этот факт помог Алексу. Можете ли вы уже сейчас наметить связки и звенья на сезон? Сейчас еще нет окончательных решений по поводу звеньев. Должно пройти некоторое время после тренировочного лагеря. У нас есть очень много комбинаций в голове, и мы много будем работать над ними. В запасе есть еще целый месяц до первой игры сезона. Но скажу, что уже после сегодняшнего матча есть пару твердых решений по поводу связок, и я подумаю, как мы их используем. Спасибо. Всегда пожалуйста. Спасибо, Майк.